Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Шалом, дорогие друзья! Сегодня 11 июня, и мы продолжаем с вами размышлять о теме поклонения. Вы знаете, Библия полна для нас образов, полна для нас примеров того, как мы можем поклониться Господу и как Ему нравится, когда мы приходим к Нему. И наше с вами поклонение, оно основывается на том, что Господь уже произвел в нашей жизни, а также на основании всех тех событий, которые произошли с библейскими персонажами, с нашими близкими и родными. Мы вспоминаем Божьи дела. И это очень радостно вспоминать. Бог действительно сделал очень много. И очень часто в суете дней, в каких-то таких занятостях, важностях, мы забываем о том, что Он являл свою руку, являл поддержку, и мы начинаем унывать. Друзья, Писание говорит, чтобы мы не забывали. Писание говорит о том, чтобы мы всегда помнили Его руку. И еврейский народ очень часто вспоминал о деяниях Божьих. Для нас очень ярким примером является то служение, которое проходило в доме каждого верующего иудея на Седер. Во время Пасхи вся семья собиралась вместе. Они кушали пасхального ягненка, они были собраны вокруг определенного события, размышляли об особенностях этого события. И обычно, традиционно, дети задавали отцу 4 вопроса. И отцы отвечали на них. Дети спрашивали, чем эта ночь отличается от других ночей, почему мы проводим этот вечер отличающимся образом от других вечеров. И отцы говорили, «Рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою. Явил Господь знамения, чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими. А нас вывел оттуда, чтобы вывести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего». «Дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам». Рабами были мы. Мы вспоминаем эти события. Но мы говорим, это было, это прошло. Он освободил. Итак, наше поклонение основано на том, что Он Великий Бог сделал в нашей жизни. Но также оно основано на том, что Он еще способен сделать. И вся Библия наполнена образами, образами Царства Божьего. Оно уже приходит в мир. Как маленькое горчичное зерно, оно было посеяно в наших сердцах. Оно было посеяно в этом мире. Но придет момент, придет день, когда оно вырастет и покроет собой всю землю и все небо. И Божья воля будет явлена здесь, на земле, точно так же, как она является сейчас там, на небе, в том невидимом царстве. Бог правил, Бог правит, Бог будет править. И Он ведет нас в это царство. Это еще один повод прославить Его имя. Это еще один повод поклониться Ему. Итак, друзья, сегодня, когда вы будете заниматься своими будничными вопросами, оглянитесь вокруг, посмотрите на то, что есть в вашей жизни, посмотрите на то, как она изменилась после того, как вы были примирены с Ним, и поблагодарите Ему. Поклонитесь Господу за то, что Он приблизил вас. А также размышляйте о тех обетованиях, которые вы имеете в Иешуа Мессии, о том, как Он будет в будущем использовать вас, как Он хочет окружать вас любовью, являть свою мышцу и окружать вас своей силой. Да благословит вас Господь быть поклонниками по сердцу Божьему. Да благословит вас Господь не забывать Его благодеяний. Иметь сердце благодарное, сердце открытое, сердце полное хвалы Господу, потому что Его действительно есть за что благодарить. Он Царь, явивший свою поддержку для каждого из нас.
и Он не оставит, не покинет, не бросит нас на растерзание каким-то хищным зверям, каким-то бесам, не отречется от нас, потому что Он Отец, настоящий Отец. И мы знаем, что отцы не отрекаются, отцы воспитывают своих детей, отцы любят своих детей, отцы направляют своих детей. Он хороший Отец, Он с вами, Он держит вас за свою руку. Да благословит вас Господь и сохранит, да презрит Он на вас светлым лицом Своим, да обратит Господь лицо Свое на каждого из вас и дарует вам свой шалом. Пускай в ваших сердцах, домах, во всем том, что вы делаете, будет Божий шалом. Я благословляю вас именем Господа быть теми поклонниками, которые радуют своего Отца во имя Иешуа Мессии. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.